Мы работали просто вместе. Начали встречаться уже после, будучи друзьями. А как бы встречаться начали уже спустя, наверное, года 2 или 3. У нас создались такие отношения. Вот. Это, наверное, 4 года назад. Встречаемся вместе 4 года. Предложение сделал первый я. Предложение сделал он, Игорь. Ее реакция, ну, была такая неожиданная, наверное. Но она этого старалась не показывать. Было на мой день рождения. Он мне подарил колечко и сделал предложение. Колечко любишь? Очень. Как ты называешь ее? По-разному. Игоря любишь? Люблю. Игоря люблю очень. Как ты называешь ее? Заюша моя любимая. Моя маленькая. Малыш. Горошка. Заюша моя любимая, приезжай быстрее, я тебя очень-очень люблю. И люблю очень. Олесечка, моя маленькая девочка, мы уже почти готовы, собираемся. Жди меня, сейчас мы приедем. На главную, да, наверное. Меня отвозишь ты до дома, чтоб снова до завтра расстаться. Погода, мы уже знакомы. Ну хватит нам просто встречаться. Я знаю, что ты понял тоже. С тобою мы две половинки. Пусть твое сердце мне поможет. Пусть тают сомнения единки. Я знаю, что ты понял тоже. С тобою мы две половинки. И пусть на сердце вмиг растают сединки. Ты только подумай, какую я буду. В ответе и счастье, беречь постараться, но с вами нам компрессия.